Сегодня мы скорбим всей страной. Ушел из жизни легендарный режиссер. Выходные омрачились траурными новостями из Союза кинематографистов. Не дожив до 91-летия, ушел из жизни прославленный режиссер Игорь Масленников. Народный артист РСФСР и лауреат Госпремии известен серией фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и трилогии «Зимняя вишня». Более 20 лет был президентом петербургской студии «Троицкий мост». Светлая вечная память.